Добрый вечер. Новости на первом эротическом. Великая киноактриса Саша Грей родила. В трудовую записали как травма на производстве. Объявление. Собрание свингер-клуба «Тройник» теперь будет проходить в мастерской по чистке подушек. Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера. В днепровских общежитиях студенты при помощи секса и перегара продлевают отопительный сезон, насколько захотят. В нашем магазине новинка. Продукция для одиноких женщин теперь с фонариком. Не потому, что от него светло, а потому, что рядом с ним не надо света. В роддоме номер 2 неопытная медсестра перепутала всех детей. Чужие сиси! Обрадовались мальчики этой нелепой ситуации. С вами были новости на первом эротическом. Выпьем за любовь.